«Эхо Москвы» в Уфе и Уфимский городской союз чувашских женщин «Саламби» представляют рубрику «Говорим по-чувашски». Немножко. Коштах. Подлечиться немножко. Коштах сыватма. Подлечиться немножко. Коштах сыватма. Ради Хабиров попросил главных врачей больниц Башкирии переводить пациентов домой после того, как они полежали и подлечились немножко. Ради Хабиров пушкартри сывадырсен асла тухтырызене вырдаганзене коштах сыватнах ищен килизене кужармалитна. Ради Хабиров попросил главных врачей больниц Башкирии переводить пациентов домой после того, как они полежали и подлечились немножко. Ради Хабиров пушкартри сывадырсен асла тухтырызене вырдаганзене коштах сыватнах ищен килизене кужармалитна. «Эхо Москвы» в Уфе и Уфимский городской союз чувашских женщин «Саламби» представляют рубрику «Говорим по-чувашски».